Белоярском этнокультурном центре открылась ежегодная выставка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Ее участниками стали свыше 1000 югорских рукодельников. На экспозиции были представлены традиционные изделия коренных народов Югры, этнические костюмы в различных техниках, а также элементы живописи местных художников. К слову, среди постоянных участниц проекта – председатель общественной организации малочисленных народов Севера Ирина Фирсова. В прошлом году она реализовала проект по развитию пошива национальной одежды коренных народов Югры. А на закрытии выставки участница планирует организовать модный показ хантыйских и мансийских этнических костюмов. Отмечу, что экспозицию может посетить любой желающий. Она будет работать до 28 января. Собрать из 1000 бисеринок, собрать воедино, чтобы красивый орнамент получился, красивый узор. Это настолько интересно, это захватывает, сидишь, бывает и покушать забываешь. Бывает и уже и 4 утра, а ты все сидишь, работаешь, потом уже сама себя останавливаешь, что надо идти отдыхать. Это проект в основном связан с костюмными решениями. То есть здесь у нас принимали участие молодежь. Это очень радует, очень отрадно. Они у нас вяжут, бисером плетут. Уклон мы делали не только на традиционные костюмы, и на это современные костюмы.